Йоу, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like Your Game и добро пожаловать на прохождение Cyberpunk. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, сегодня будет квест под названием «Начало конца добраться до резиденции». Ага. Пойдемте. Так, пойдем не в чуму, в другую сторону. В эту сторону, что все надо. Слушай, а мы можем отключить его? Сброс настроек? Давайте вот так сделаем, сейчас посмотрим. Реально, прикиньте, мы отключили его. Так, надо на камеры смотреть, никаких камер нет. Садимся. А мы тебя не можем обыскать, да? Я понял. Так. Осторожно. Еще пятеро охранников снаружи и резидент в гараже слева. Так, замечательно. Так, взлом протокола 1-1. Ага. 1-1. Слушай, давайте я, наверное, сброс настроек подожду. Хотя 23 секунды, да? Я даже не знаю. Или подождать 15 секунд. Давайте я подожду 15 секунд еще. Так. Жалко, сброс настроек долго происходит. И здесь есть заражение, сделаю. Чё-то больше никого не заразился. Выходи, не бойся, мы тебя не тронем. Так, на коне. Замечательно. Один охранник во дворе, второй у бассейна, третий на террасе, а последний внутри. Так. Отступите обратно. Бросай оружие и выходи. Так, включить, да, тут написано. Да, включить, зачем мне включить не надо. У нас проблема. Включить, какой включить? Выходи.
Все чисто. Сдавайся! У тебя нет шансов сбежать. Какого черта? Бля, вот это, конечно, вид. А воздух какой, а? Если бы еще не Смешер вызвал. С какого хрена сраный наемник строит элитные отряды Арасаки? Чем этот Борг лучше нас? Вряд ли ее Ренобу вытащил нам след просто так. Теперь нам еще долго с ним мучиться. Блин, я как бы... Так... Кажется, да, больше людей Юринобу здесь нет. Скорее, я жду. Сейчас я камеру полностью отрублю, а тут нет камер. Я понял. Так, где ты? Ты кто такой? Что ты делаешь? Теперь они нейтрализуй их. Всех до одного. Блин, я думал, это она и есть. Так, 1-7-1. 1-7-1-B-1, вот так. Так. Нейтрализованы. Все до одного. В таком случае я отключаю блокировку и жду тебя. Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Я рада, что обошлось без жертв. Ну, почти. Это пока. Скорее всего, дальше будет хуже. Вы готовы? Конечно. Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но
По-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я и Хельман — три человека. Ну, 2,5. Короче, против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. А это элитное такси, кстати. Садись. За всю игру я пару раз только это видел, элитное такси. И что? Мы так и будем? Молчаливо ехать? Не слишком ли рано? Пить шампанское. Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Я выпью. Может, хоть в голове прояснится. Не руки дрожали, только что видели. Странно. Оно безвкусное. Хм. Странно другое. Как ты до этого чувствовал вкус? Ты о чем? Твоя центральная нервная система. Она напрочь разрушена. В следующем у тебя пропадет слух, потом зрение. Нельзя терять ни минуты. Надо побольше в этих, да, как бы. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. Не упускать шанса, надо все выпить, пишу. Выжрать, все выпить. Все, до халявы же, да? Вы че, до халявы? Кстати, тут девушки, блин, все симпотные, в принципе, прикольно вы сделали. Симпатичные все. Хоть и азиатки, хоть и европейки, в принципе. Нормально сделали тут женских персонажей. Правда, они тут все худые, как бы. Жизнь не же не так. Кто-то должен и полный быть, и высокий, и маленький, и уродлив немножко быть. А тут прям все прям модели. Блин, что так долго едем мы? У тебя уже все готово? Вполне. А побыстрее нельзя и как-то вот это пропустить? Ну, Юбин Зидович. Твою мать! Он выдержит? Должен. Все нормально. Кстати, надо ее имя запомнить, Ханако. На всякий случай, а то вдруг там будет такой: выберите Ханако или Баряку. Я такой: что, а как ее звали? Я такой: выберу другое имя. Сюда. Ханако. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака.
Угу. В день парада у вас с Такэмурой, кажется, он был. План. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь, как и все они. Я тут, наверное, должен был сделать паузу, ну, типа, это другой квест. Я же, типа, одну миссию в один этот, а записываю ролик. Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения? Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки. И хватит ли у них смелости признать свою ошибку? Я бы не стал особо на это надеяться. Мои показания ни хрена не стоят. Да и у вас тоже с вескими доводами проблемы. Рано еще говорить. Идем. Ну, в принципе, миссия вела 15 минут у нас. Наверное, можно. Ну, уже под конец идет все. Можно, наверное, и сюда и эту запихнуть, брат-сестра. Ну, нажимай. Ага. Я думаю, я опять буду нажимать. Мы едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. А с кем? С отцом. Чё, отец живой? Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Отоо-сама. Калал, это я, твой отец, он еще будет такой. Вот это нихера себе. Все в порядке. Зачем я здесь? Серьезно? Гоку арифрета нигенга токи ни жуёна яквари о нина. Уммей но итазра то демо ию беки ка. Сэйтоши. Соно хазама ни. Гарасу гар. Ваташи тачи но шимэй ва.
その境界を限りなく薄くすることだ。お前はそのプロセスの一部となった。感謝しなくてはな。Я забочусь только о себе. Не очень-то хочется окончить жизнь за стеклом. Тайтан Сато Гоманса но кёкай мо мата усуи моно да. Сате, дикан о муда ни суру но а ёсо. Чунби ва ии зо, Ханако. Хазимеро. Отоу-сама. Это все. Мы можем идти. Да, пойдемте уже. А, Джонни, не надо. Не сейчас. Мы почти у цели, Ви. Ты выдержишь? А у меня что, есть другие варианты? Прошу, успокойся. Успокоюсь, когда все это кончится. Это впереди ваши люди? Сам. Можно и так сказать. То есть? Я не знаю, насколько они верны именно мне, а насколько моим деньгам. Да в вашем случае это одно и то же. Ты всегда до боли искренен. Поэтому я и здесь. Что бы их ни держало, главное, чтобы они стреляли в нужную сторону. Да, но только в крайнем случае. Когда совет директоров решит, что мы несем полную чушь? Если, а не когда. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось, слушай меня. Я забыл, кстати, на что у меня селектор оружия. А я не помню, да кью нет, да е нет. На цифры вроде это пока не щел. И 12 тысяч жителей. Их можно просто переселить. В этом архипелаге еще много островов. Слишком много. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако? Что вы здесь делаете? Ханако сам. Они должны будут говорить. Брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался. Почему-то все молодые, а где старые, у них нету? Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако. Может, объясните нам, что происходит? Потом по голосу, типа, взрослый. Здесь. Я не позволю вытирать об себя ноги. Ты слышал? Перенеси куда-нибудь свою жопу. Странно, очень странно, кстати. Тут должны, мне кажется, старые быть эти азиаты, типа это такие прошаренные, знаете. Большое спасибо. Они какие-то молодежь. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Хотя, может, они может, на самом деле старики. Доказательства? Так выглядят есть. Они. Я привела очевидца. Так и было. Все правда. Я видел это своими глазами. Видел что? Йоринобу при мне задушил отца, Сабура Арасаку. Ха, все интереснее и интереснее. Это серьезное обвинение.
но голословные. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О. Мисаги хатэта яцурами. Арасака-сама? Акагуно йони маммато дамасарета га. Хиорими шиги ни хаситта га. Изре ни сео. Каре ни мо якин де ару моно тачи га нанто насакенай. И это? Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Махетто. Омай га милите кутумо сенбен сенсу о юрю штейта токи. Ваташи ва ко итта хазу да. Омай ни ва митцу но моно га какете иру. Чисин, чисе, соште конжо да. Арасака-сама, я... Мита токуру, аре кара нани мо каватте инай йо да на. Это он. Аджи-сама, что нам теперь делать? Ханако-но сиджи ни штавай. Ханако-но хассуру котоба ва субете ваташи но котоба дозен да. Возражение? Да что тут происходит? Запуск протокола Хаябуса. Похоже, кто-то возражает. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Я тебя спрашиваю! Побери с ним! Нужно прикрыть! Так. Во-первых, запрос делаем, а во-вторых, делаем заражение. Боец убит! Спецназ? Он хочет... нейтрализовать нас. Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тауэр. Угу. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юринобу. Он нужен мне живым. Живым? После всего этого? Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Эй, хаджиме насай. Так, и вот тут, наверное, давайте я остановлюсь, ребят, мне кажется. А завтра продолжим, мне кажется, с этого момента. Просто я не... Кто? Неизвестно просто, насколько еще народу там... Так, сброс настрой. Блин, этой. Войска корпорации под обстрелом. Или что, или дотало уже. 30 минут. Он ранен! Тихо, мать! Заряжаюсь! Займите позицию! Закройте брешь! Я его пристрелю! Позиция опустела! Займите! Он еле держится! Сейчас или никогда! Принято!
Забери! Вот это непонятно откуда, кто такие вообще? Ладно, ушел. Давайте, ребята, ритуальчику, знаете, лайк, подписки, коммент, смея видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения и увидим с вами уже завтра на финальной... на финальную уже серии, так подумаю, да? Хотя тут кто-то тоже стреляется. Так, во-первых, мы просканируем, а во-вторых, заразим вас. Так, он сквозь не простреливает, да? Чуть меня не зачпокал, прикиньте. Так, это кулаки, я понял. Ага. Гранату мы заберем. Так, ну давайте. Всем пока.